Так. Ща. Захват игры. Чё там? Ёб твою мать. Та самая, да. Ему пизда, я же говорю. Это та самая игра. Блять, а чё он опять-то зависает, говно ебаное. Сейчас главное, чтобы не тормозило, потому что какие-то проблемы начались с этим. Так, он уже натянул на лицо. Ой, всё, мне уже... Да, бля, расслабься. Так, геймпад. Вообще, это, подними эту хуйню. Сейчас тебе надо будет геймпад на руку. Так. Я чувствую себя вором. Второе. Так, подожди, я сейчас... Надо подумать, какой микрофон включить. Наверное, нужен микрофон, который у тебя. Только меня не будет слышно, наверное. Или какой микрофон оставить? Похуй, пусть этот будет, чтобы мы оба говорили. Да. Пизда. Так, все, натянул, я да? готовность. Подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, тут еще громкость надо сделать с игрой. Ты слышишь игру? Да. Нормально слышишь? Сейчас посмотрю тут по громкости. Ага. Ну похуй, ладно, пусть так будет. Так, ну чё? Смотри, сейчас, короче, new game тебе. Хотя похуй, давай продолжай. Давай, жми, это continue. Продолжай. У меня уже трясутся. А как двигаться, мне же там объяснили? Так там это, нажимаешь на стик вот этот вот. Вот, да. Да, ну типа вперед там. Это поворачивать, а вот этот там вперед и ты идешь. О, ебать, я ходу ног, ебать. Нормально, да? Да. Новую игру. Ребят, так если новую, там хуйня будет. У меня, кстати, есть проблема с... Ой, блядь. Да все, нормально, блядь. Ты можешь поворачиваться именно телом, понимаешь? А не стиком. То есть телом будет нормально. Я захуячило уже, ебать. Ты еще, блядь, нахуй. О, шаурма лежит какая-то. Жри ее. А может... Left trigger. Кто? Триггер. А. Ой-ой-ой-ой. Тебе надо заправлять лампу, она садится, если что. Эхо, everything melted. Да. I can't wait for you, no anymore, no there. There an exit as stone face told me you there in the wait for you there. Короче, бля, иди в дверь, вот видишь дверь. Вот ты открывай ее нахуй. Вот видишь. Hold right trigger and правый триггер. Кнопка, а блядь. А я жалко стою к зрителям. Вот триггер, вот, вот. Это? Ну, наверное, да. Где у тебя правая рука? И верти вот так вот, геймпад в руке. Туда-сюда. Ох, ебать, разобрал. Ой, я же... А все нахуй. Я передом к людям стою или задним? Ты боком. Ну, нормально стоишь, тебя видят. Я хотя бы просто лицом стоять. Так лучше? Вот, вот так. Так, если ты хочешь лицом, блядь, вот, вот, а, вот. А, это лицо? Да. А, давайте так вот. Я просто не хочу, чтобы жопа стояла. Так, жопу-то не видно тут. Обрезано. Я сейчас очень сильно матерился запрещенными словами. Ты смотри, блядь, поосторожнее. Это меня и держит. Сейчас какая-нибудь хуйня, как ебанет ему, блин. Ты главное меня не пиздани. Там пуфик. Ага, пуфик. Ох, это мое место. У тебя, по-моему, лампа села. Да мне и без лампы справляюсь. Во, масло бери на бочке. Масло. Это шашлыки какие? А что это такое? Это, блядь, отмычка. А, я думаю, это дверь. Шашлыки на шпажках. Ух, так вообще балдёж, ебать, я как Рэмбо. Так ты так и должен делать, чтобы освещать путь. Чего? Ты можешь из угла выглядывать там, типа, вот так вот нагибаться, понимаешь, можешь вообще на пол сесть. То есть тут полная эта физика. Фу, о, ебать, будь здоров. Будь здоров, блядь. Уже ноги не держит. Блять, если теряюсь. Да ты не теряйся, все нормально, блядь.
Это еще ничего даже не началось. Кого-то там это. Да не это, ты карту, нахуй ты карту. Куда ты в жопу суешь? Да, блядь, в стик зажми. Стик, как? Стик. Ну, right stick. Вот этот, блядь. А чё, где? Чё за хуйня? Мне нужно... А, подскажи, какая кнопка? А! Это? Нет, ниже. Вот. Такая может быть на том, может слева который? Чё за... А, блядь. Да это карта, нахуй, дурак. Да, ключ карты есть. Да другую руку, блядь, на другой руке. Сука, ёб твою мать. Блядь. Чат, там хоть какие-то звуки есть страшные? О. Иди вперед. О! В глазах бельмо было. Бля, что за белое пиздец? Давай, выходи, Путин. Кто-кто? Путин. Опа. Чё за мадам? А чё ты, блядь? Иди поздоровайся. Познакомься с девочкой. Ебанутая совсем, что ли? Чё? Ой, блядь. А если ничего слышишь, то что я одну руку возле груди держу, а другую куда-то далеко? Нормально. Ты ещё что-нибудь подумай? Да нет. Ты же освещаешь себе путь. Манда? Она съебалась, она съебалась. Капитошка, блядь. А я могу поставить, мне тяжело еще нести. Кого поставить-то, ну, блядь? Ну вот эту лампу, блядь, заебала. Ну сейчас же светло. Но она тяжелая. У меня уже вспотели, если честно, ладони. Там реально будет очень мокро после меня. Да, блядь, ты... Пиздец, его еще даже никто не напугал, блядь. Назарет эта мразь. Не, это хуйня. Ох, это речитаемая хуйня. Давай посмотрим, чем башкой пизданется об стену, блядь. Плюнь туда. Охуел. Ты чё, блядь? Куда плюёшь, блядь? Тенчик слази. Я сейчас бы прыгнул туда. А ёбаный свят, иди куда-нибудь. Лампу, ой, масло на столе лежит. Ты не видишь, что ли? Руку протяни, возьми бутылку. Все. Это тебе потом вообще пиздец как пригодится. Куда ты нахуй пришел? Ну туда я пиздяч нужно. Вот пиздяч туда. У меня сопли текут. Ты шо, блядь, охуел? Ебать сопляк, блядь. Заправь лампу, нихуя не видно. Лампу заправь. Не, там как-то надо инвентарь открыть на какую-то кнопку. Понажимай на кнопки. Какая-то кнопка должна быть, зажать ее надо. Слева, по-моему, на... Во-во-во, вот масло. Вот масло, слева, блядь, нажми на бутылочку. Зажми стик. Ебать, ты чё, блядь, вообще впервые в игры играешь в жизнь? А на А или на стик вот этот. Карта открывается. А, понял. И чё ты понял? Please inside lens. Ты куда масло проебал? Вот оно. И чё? Отпусти. Сейчас что-то не работает. Она мне здесь бубнит, но она ничего не дает мне голос. Да, блядь. О, все, ты сделал, ты сделал. Все, все, иди дальше. Да у нахуй ты тратишь. Я два раза под... Чё? Чё-то нельзя было... Ой, блядь, бельмо в глазах. Оно чё-то зависать начало понемногу. Да шо оно тормозит-то, блядь? Не ебу, там, когда так двигаюсь, как будто может и за камеру стоять. Камера не вылавливает. Так, стоять, 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 стой, стой. Иди сюда. Ты, блядь, уже нахуй пошел к табуреткам, сейчас ты сдадёшь. А мне видно на камере? Видно. Заебись. Да не, все видно, жопу, блядь, не видно, говорю. Да не, на жопу нет похуй, просто чтобы типа, видели лицо. Видно лицо. Я не понял, где ебаный монстр, блядь. Ты находишь по коридорам, тебе надо в другое место выйти. Типа это типа Скарима, да? Ага, конечно. Ну типа да. Мне Скарим тяжело было играть. Там не выбежит Чупакабра.
А, я не знаю. А, глаз возьми. Вот это надо тебе, кстати. Вот это вот, и с этим глазом надо сейчас вернуться в ту комнату. Я уже хочу домой. Здесь нет шифта, я побыстрее побежал. Не. А может быть есть, надо стик зажать, который ты жмешь вперед. Ты на него на... Во, ебать. Нихуя побежал. Нормально. А, здесь одышка есть, пиздец. Хуль ты думал? Вот глаз надо вот сюда положить, вон, видишь, где текст? Да, да, да. И вот таких еще три надо. Ты что такое уебаешься, поди? Кто? Ты. Я? Да. Ну да. Все, да. Вон, видишь, проход открылся. Вот теперь туда хуярь. Вот за этой фиолетовой хуйней беги за ней. Ты че, блядь? А? Куда ты? Я в зеркало посмотрел. Да красивый, красивый. О, вот, загрузка пошла. У меня руки потные все, пиздец. Так вытри. Я вытираю. Вот сейчас-то нахуй начнется. Не нужно мне пугать. Заправь лампу, а то пизда будет. Нахуй ты шашлык взял? Ты шашлыком, блядь, решил лампу заправить? Все, заправил. Иди дальше. Ага. Ух, ебать, коридоры. А! Ты чё, не пугай меня. Сука, где монстр? Я все правильно иду, потому что я знаю. Ну да, да, да. Масло. О, как это моя любимая. Быдло, ебаная. Спасибо за донат. Ой, я что-то ёбнул. Ну хуй ты лезешь в этот колодец, ебаный, блядь. А что-то пропало все белое. Я ну все, сейчас она настроится. Да-да-да, все. Бля. Блядь, ты слабый, ёб твою мать. Даже я, нахуй, я помню, 3 часа вот так стоял, стримил. Ебаный рот, блядь, эти фейерверки. Давай-давай-давай, хуярь, ты чё, блядь, не можешь открыть, блядь? Да ты руку верти туды-сюды, просто рукой так влево, вот. А где год призраки, мне интересно. Я вот именно сам... Конечно, будут. Наверное, самое страшное то, чтобы люди меня пугали. Я всегда в хоррорах играю, и мне на призраков поебать, а вот на людей ёбнутых мне страшно вообще. Ну, что такое? Что встал? Ты, кстати, спиной стоишь в камере, если что. Ой, ой, ой. Там звуки страшные. Ой, ебан! Ой, я, блядь, какая тварь. Денчик, ебать! Ебать, я охуярю. Нихуя там хуярит, блядь, фейерверк. А ты обернись! Да-да-да-да. Денчик-то двигается, блядь. Мне похуй, я могу так хуярить. Ты смотри, блядь. Денчика не зли. Он безобидный, мне кажется. Да? Просто на косплее. Ага. Просто косплей решил. В этой комнате нихуя нет. Че за пушка? О, бля, ну ты меня удивил, блядь. Ебать. Пиздабл тебя. А че за хуйня? Ебать, ты вздрогнул, блядь. У тебя ебнул, че, блядь, опять нахуй иди. Ебать, я уже устал. Да ты че, блядь, серьезно, что ли? Я на фастфлоу побежал. Так беги, беги, да. Там людям хоть интересно или скучно? Им охуенно. Точно? Конечно. Но они в ожидании, пока ты обосрёшься. Да. Это самое интересное. There must be another eye found under inside. Был рейд? Что от кого? Не было рейда?
Это кто, блядь, скрипит? Это у меня. Вот повернулся кинематографичный. Ну-ка. Да давай уже, блядь. Ты от такого можешь блевануть потом. Как будто фильм. Ага. Не, фильм будет, если ты будешь башкой вертеть сам. Не-не-не, вот так вот обстрел, кинематографично будет. Ага. Нихуя. Опа. Это новая хуйня какая-то. Это новый Кадиллак. Ебать, монеток собрал. Это лут. Я даже в игре не пролазил из-за веса. А зачем мне монеты нужны, я же даже их не трачу. Хуй знает на самом деле. Что-то покупать, наверное, можно будет. Пиздуй отсюда! Что за звуки? Ты меня не пугай, хорошо? Я еще даже не пытаюсь. Просто какие-то звуки, блядь. Все правильно. А можно у меня как-то вот в эту руку держать, когда так сидел? Так не очень. А я не знаю. Опять костяшки, блядь. Тебе не обязательно держать, так норм светит. Пустая комната. Ебать заебок. А чё она пустая, блядь? Чё-то здесь не то, нахуй. Здорово! Еблан. Это просьба чата, я... Так где ебаные монстры-то, блядь? Я когда играл, сука, они на меня прыгали каждую секунду. Я очень боюсь этой вот женщины, которая там стояла. Вот на того я похуй, то, что тот не двигался и ебашил меня. Ебанулся. Нет, давай. Не лень их собирать. О, потемнело. Это без фонаря, потому что... Чё за... Тебя музыка какая-то играет? Да. Если музыка, то значит, это безопасная локация, по идее. Потому что если бы не было музыки, то это значит, хуйня сейчас прыгнет. Хороший. Хуй знает. Ебать, там музончик. Да, там прям... Я прям в оперном театре. Музыка потихла, значит пизда. Значит, надо зарядить. Нихуя у тебя там масло. Просто отпускай. Все. Я направо, потому что я... Потому что всегда прав. Потому что за мной правда. Ты ебанулся? Be careful, осторожно. Ты что, ебанулся, ты не увидел? Я увидел, осторожно, говорю, там женщина. И чё мне ебать, блядь, обходить ее? О, она потушила. Чё? Где? Натах, ты чё? Янсуха, что ли? Блять, она борт. Ой-ой-ой! Сипас. Все бывает. Пьяная, сука, морда. Где она, блядь? А чё она за тобой-то не идет? Может, она не увидела меня, я убежал. Как, блядь, она же начала оборачиваться, она почуяла. Она начала, но я потух фонарик, и я убежал. А, не смотри на нее, говорят. То есть ты мог обойти ее, просто дальше пройти. Чё такое? Там какой-то колясочник едет. Ебать, жопа натянутая. Кто там? Там, блядь. Да я не вижу, белая хуйня! Блядь, оно сейчас сожрет тебя, дурак. Заебись, все.
Ой, блядь. Пропало, заебало. Наверх, посмотри, наверх. Не, нормально. Ой, ой, блядь! Сядывай! Открывай! Беги! Ебашь отсюда, нахуй! Ты застрял толстый! Да беги, блядь, из комнаты, ебать, повернись ты, блядь. Просто беги, похуй. Ебать, мне аж самому страшно, блядь. Ой, живот. Ебать, у меня... Живот у меня. Эй, бля. А у меня в жопе тепло стало. А я обратно, да, пришел? Как да, нахуй ты обратно пришел. Вот не туда, что ли, опять? Ну там, где женщина была, тебе надо было мимо нее пройти. Сейчас все руки мокрые. Она бы тебя не тронула, если бы ты на нее не смотрел. Вот, да, сюда. У Юля. Ебать, что там было? Там, там, вот, там какой-то рэпер. Так иди познакомься, блядь, тебе ж полезно будет. Твой друг, скорее всего. Не, он не разговаривает. Фу, блядь. Бля, вот это лицо, оно какое-то, блядь, подозрительное. Так, ты пока тут это, давай я тебя поверну к камере. Подожди, сюда, сюда. Я так ушел давно? Давно ушел. О, ебать, она глаза открыла. Чё? А, ты ей бабки даешь. How, about who she is? Слушай, это хуйня. Вали нахуй. Типа она просто тебе лапшу на уши вешает. Может дверь открывать и съебывать? Ебать. А где, блять, опять этот черт? Это черт. Ага. Она сама без меня открылась. Просто пустая комната. А, не. Опять ты, блядь, Дэн. О, да. Осторожно с Дэнчиком-то, блядь. Просто смотри на него всегда. И уходи так же, смотря на него. В этой комнате нихуя нет. Вали отсюда. Да, блядь, заебись. О, блядь. А то еще прыгнет на тебя. Может, фонарик не потух, и я его перестал видеть. Уже опасно. Играй дальше. Ну если хочешь, давай продолжай. А? Че у тебя там? Тебя ебу. Че за хуйня? Ты в тупик зашел. Ой, блядь! Я не хочу, мне уже плохо стало. Ты че, блядь? Ну ты совсем. А че так? А че? Да там это, блядь, как это нахуй. Ёбнутая подошла ко мне, начала, блять, мелочь просить, а чё, ебучий дед? Я вообще испугался жестко, пиздец. Блять, ты трус, я в ахуе. Да, я, блять, ну когда я даже ничего не делал, просто стоял и на меня хуйня прыгает, пиздец, понятно? Давай ты играть лучше будешь, я смотрю. Бля, я не хочу башню свою ломать. Поломаешь. Я не увидел, а вы не видели, да? Еще давать? А вы не видели, что ли? Да там, блядь, хуёво было видно, темно. Да? А я увидел очень четко все. Можешь мне перезапустить? Там я уже не хочу просто... Я надену, это грым застоит там, блядь. Подожди, чего, блядь? Подожди, а где игра? Сейчас нигде, сейчас должна быть. Просто темный экран почему-то. А! Понятно. О, подожди, а, ну да, уже открыто вроде. Да какой СЦП, бля, ребят, поверьте, это куда страшнее, чем ебучая СЦП. У тебя рука ёбнулась. Чё за хуйня? Чё у тебя руки лежат? Подожди. Ну-ка, нажми на кнопки, блядь. Звуки просто из игры.
Я все так сделал? Ну да. Ну-ка. А, во! Все, заработало. Во, все, кайф. Кайф, кайф, кайф. Я сейчас быстро еще один раз умру, и ты играешь, да, хорошо? Ага. А это он обещал вам чат за то, что он в викингов сделать и хоррор, или он просто решил? И так, и так. Да? Я на камере, да, видно? Да, я. Тут надо глаза искать в этой игре. Мне просто, чтобы комнату найти, где эти глаза. Здесь нихуя. О, масло. Хуй, темно стало. Подсказка какая-то ебучая. Ты масло не взял. Ты взял еще? Или нет? Хочу новую комнату, не хочу по старым. Опа! Опять этот чудный монстр. Мудак, блядь. Чё ты на меня орёшь? Да ладно, Денчик? Опять здесь? Вот, а чё он здесь делает? Ты, блядь, так не отворачивайся, он тебя пизданёт же. А лучше убегай. Убегай, убегай, убегай. А, да, он двигается, хуйня. Конечно, двигается, блядь. Опа! Хуя коридорчик. Здесь не было, да, вроде? Здесь нет, дверь закрыта. Что за хуйня? Да. Чё? Ебать. Ты чё стал? Беги! Ебать, ты обосрался. Не задувает прям он в эти фонарик. Он безобидный, он просто играет с тобой. Меня ёбнул один раз. О, это другая. Здесь точно? Я здесь был или не был? Ты был, да. Ну тут, видишь, много входов, тебе надо... А, нет, здесь я не был. Как не был? Там вот такую хуйню, я не помню вам. Ты просто тогда не заметил. А, это безобидная локация, здесь музыка. Нахуй съебу отсюда. Ладно, я убегаю. Так, чё там? Я выдохся, пиздец. Ты ж стоишь на месте, как ты выдохся? Да нет, я выдохся в плане персонажа. А, я думал, в реальной жизни. Да куда идти, ебать, ну чё за приколы? Да, блядь, ну коридор, нахуй. Тебе, наверное, обратно отвернуться, зачем сюда приперся? Ой, наверное, вот туда. Карта есть. А, ну да. А, точно. А, блядь, а как ее? А, видно так. Да туда не ходил. ФНАФ? ФНАФ гов, да нахуй нужен. ФНАФ это хуйня, просто скримеры, блядь. Бессмысленные. ФНАФ я никогда, кстати, не играл тоже, хоррор вообще очень мало. О, глаз! О, давай и заходи в эту хуйню. Нихуя, второй глаз нашел, блядь. Ебать, я с ним заеду. О, давай, давай, клади. Меня нахуй ткнул, блядь. Понял. Так, куда оно там ведет? А здесь нет монстра. Там мне мурчит кто-то на ухо. Да это я. Спасибо. Хуя ты, блядь, высокий. Я прошел игру? Нет, следующая локация, где надо найти глазик.
О, какие-то деревянные стены. Кто меня укает? А нет там никого, что ты, блядь? Что за прикол, кто меня укает? Это папич орал. Я вспомнил. Ебать, а чё такое? Коридорчик-то длинненький, а? Мадам Желеснюс. О. Есть кто живой? Я. О, коридоры, бля. А где эта хуйня, эта женщина? Да, может, ее здесь вообще не будет. Ты уже в другой локации. Опять коляска поехала. Да это, блядь, просто звуки. Не знаешь, что кто-то есть. Ага, пусто. О. Масло, масло. Мычки и монеты нужно вообще юзать. Полезно. А, блядь, мне Кристиночка рейд давала. Ёбаный рот, спасибо. Кристиночка, спасибо, любовь моя. Любовь. Так. Где монстры, блядь? Игра решила не пугать, скорее всего, я так думаю. Чё ты ржёшь? Ой, бля. О, дверь. О, хуйня болит уже. Кто болит, бля? Открывай. Хуй! Ебать, тебя трясти начало, блядь, как деда нахуй парализовало, как будто, блядь. Она найдется, блядь, блядь. Она идет за тобой, блядь, побернись. Не-не-не. Бля, было бы охуенно, если бы прыгнула. Опять безобидная локация. Вернись обратно, нахуй. Зачем мне это надо? Так там, блядь, глаз у нее и был, скорее всего, она, нет, уже, она уже исчезла. Это новая, безобидная локация. Сейчас, карту. Вот зал, нужно туда пиздячить. Ага, блядь, попробуй. Я нормально стою на камере? Да, да. Чё-то карта твоя хуёво работает. Вот тут? Не, просто неизведанное, типа, место. Ну, видишь, тут нет нигде коридоров. Во, масло. Подсолнечное. Куда мне идти? Мне нужно туда. Там. Вот сюда, бля. Так, и чего? А там дверь, что ты, да блядь? Ты меня не заебывай меня, я пугаюсь так. Ой. Ой, блядь, это чё? Заправь нахуй свой фонарь. Ой, блядь. Я не смотрю, не смотрю. Вот так немного. Ой, блядь. Ты чё дерёшься, блядь? Я не видел, извини. А чё, мне куда-то, блядь, туда дальше идти, что ли? Она пропала? Так да. Вон она стоит. Просто на неё не смотри.
Фонарик, фонарик, заправь. Куда? Как куда, блядь? Ой, ебанутый нахуй. Блядь, сколиоз. Ебать ты за. Куда мне идти-то? Ой, блядь. Нет, отсюда ты там был уже, дверь открыта вроде как бы. Сюда? Пизданутся, блядь. Как будто в реальной жизни улетел нахуй. Я в ахуе, блядь. Все опять потерялось, блядь. Как будто здесь, да, я же здесь уже был 100%. Да, здесь будет безобидная хуйня. Да, я здесь был. Нельзя мне туда же, на то место. Не хочу все заново пробегать. Да, ты не помнишь, да, как ты там оказался? Я все зал найду, вспомню. Что слюни текут, не знаю. Ну ты был здесь, двери открыты, я же говорил уже. Да, может быть, нет. Быдло, ты ебаный. У меня быдло, ты ебаная в ушах. Ага, это донат пришел. Было, было. Да, это было, было. Скажите, куда мне идти? Может, там или... Ну вот есть где закрытая дверь? Вот. Там, чё, да, сюда? Там закрыто, да, всё. По-моему, хуй знает, сюда ты идешь. Да, там, там туман же. Да, всё, здесь ничего есть, не было ещё ни разу. Там просто не сюжет, не линейный, да, наверное, там можно по разным путям пойти, там же много глаз. Ну да. Хуй знает, по какому путю ты сейчас пошел, конечно. О! Мне похуй. Микрофон, микрофон. А, я думал, жопа твоя, ебать. Все такая мягкая. Она, ну, нет, ну ты че, бля. У меня вообще жопы нет. Бля, ну ты испугаешься, сука. Ебать. Ой, бля. Блин. Умрай нахуй. Осторожно. Все. Так, блядь, подальше там отойди. Сейчас так рукой пизданешься, блядь, сломаешь себе стену. Сейчас напротив камеры, да? Да. Крутяк. Здесь я встретил эту... Нет. Там. Про карту не забывай. Да здесь там... Это ж, ну... Эй. Чего? Летает. А люди видят, да, геймплей? Да. Ну, блядь, естественно, а как иначе? Они видят все, что ты там карту, блядь, смотришь. Что там и прочее. Я заигнорировал. У меня с женщинами всегда так. Правильно. Сейчас. Че? Да, так будем, что попал. Че за звук? Ну, кажется, что нужно туда хуярить к этой, просто ее пройти незаметно. Туда это, куда, где, блять? Блять, прошелся, блять. А хуйня, тут никого нет. Бля, бельмо. Подвисло нем. Опять бельмо. Ой, блядь! Ой, ебать, я чуть не умер, ты ебанутый! Ебать! Пизда, это чё за игра такая? Не, сука, даже сам, даже сосрать. Мне кто-то хорёк съел, пиздец. Стёпа умер и в игру залез, блядь, я в ахуе. Не, всё. Пиздец, не хочу я в такие игры.
Я в ахуе, блядь. Вот это тебя, конечно, переебало сейчас нормально. Да мне Степа скушал, ебать, как играть-то дальше, понятно? Так это тот самый в стакане, который, блядь, вырос. Да нет, это другой, это этот. Ебать, что, страшно, сука, да, блядь? Все, играй сам. Ой, блядь. Теперь я, можно, не надо, блядь, мне башня надо. Потом заново, блядь, ее строить. Ой, блядь. Можешь в Марио поиграем в VR. Я не хочу в эту игру играть, блядь. Я просто знаю эту хуйню. Не-не, играй. Бля, минус башня, сука. Эх, обидно, блядь. Ой, бля. Чё? Дайте хуя, блядь. Чего, сука? Блять, у него руки нахуй вообще как у медведя. Ремешки в итоге все вытянул. Я на максимум просто вытянул все. Ну ёб твою мать. Хуль ты двигаешься сюда? Смотри, блять, мне место надо, чтобы я ходил. Ну да, сядь. Я сел. Все. Ты, сука, ебаная, блядь, ты что ты нахуй делаешь? Козёл, блядь. Да, играй. А куда? Чего? Я говорю, куда, блядь, идти? Куда? Ну, по карте посмотри. А, я ж забыл. Чего? Можно же было чат вывести, чтобы ты видел чат, когда играешь. Есть программа специальная. Быдло, ты ебаная, блядь. Блядь, запустите Майнкрафт в VR и набейте ебальник за Квиелю за Макса. Чё, ебанутый, блядь? Спасибо тебе, конечно, за донат. Ты сейчас на улице был, кстати, не в игре. Да это я знаю. Блять. О. А! Ты че, сука, блять, ходишь? Кого ты ебать? Ебать, ты че себя чувствуешь, ебать? Да, блять, у меня нахуй есть лишь это третий глаз на жопе, блять, я жопу всю. А ты из-под носа, да, видишь? Ну да. Поэтому. Не получится. Да иди сядь нахуй, дурачок. Я так сижу. Ага. Не-не-не-не-не. Бля, какого хуя играет музыка? Ты куда съебался? А? Куда пошел? Чат! Я один остался, блядь. Бля, что он делает? О, хуй. Да, блядь, что здесь двери-то открыты? Здорово, я тебя вижу. Что ты видишь, сука, не пали так. А хуй ты там пытаешься все сделать-то, а, ну, козел? Что, хотите хуярить мне? Че, я охуел, что ли? За что? Просто прикол. Я тебе, может, повыше камеру я поставлю, а то там пол ебала твоего видно. Не надо, пусть, блядь, не трогай лучше, хуя. А то там сейчас отойдет, блядь, провод. Ну где этот, как он? Степа. Не знаю, в коридоре большом был. Шикарь начал пиздец. Опа, блядь. Здорово. Что если я вот так сделаю? Ай! Блять, ебалка, ебись нахуй отсюда, блять. Сука старая, блять. А что с ней делать?
Либо? Блять! Я! А где? Ты чё, сука, меня снимаешь? Гандон, не снимать. Снимает меня. Не снимаю. Меня снимает. Дрочить потом будет. О! А все что ли? Ебать, изи. Все, прошел локацию. Реально? Ну да, глаз нашел. Так. Ой. Сюда, блядь. Мы так игру можем пройти. Ну, давай. А чё? Так, алё, блядь. А чё делать-то? Чё делать-то, блядь? Чё-то я не понял, нихуя же не открылось. Ну, чё читать? Чё за хуйня? 110, иди. Дверь открыл? Какую? Я могу на полу сидеть и смотреть чат. Чё? На полу сидеть и смотреть чат. Так подожди, а какая? Вот эта открылась? Вот эта? Я под столом. Как обычно. Ой. Так. Под стол пешком, как говорится. Чепаны, бля, я все вижу нахуй. Гандон, бля, ебаный. Сука, блядь, скриптонит, бля, ебаный нахуй. Гандон. Я тут стою такой, на него смотрю, блядь. Эш, так медленно, что ты слышишь. Пиздюк такой там, блядь, от родителей, знаете, который скрывается, блядь. Я думаю, ебать, я тихо нажимаю. О, блядь! Тихо, меня ебут. Меня ебут. Меня ебут. Или не ебут. Я не понимаю. Гаечка Type Beat, блядь. Ой, это что? Блять, твоя это ебаная локация, сука. Ой, блять, ты чё, сука, ебаный. Я под столом уебался головой. Я, блять, испугался из-за этого. Бля, игра непонятна, тут локации пиздец какие-то. Очень... Очень запутанные. Куда ты, блядь? О! А чё ты так высоко, высоко ходишь? В смысле? Ну у тебя высокий персонаж. Ебать! Видишь? Ты это нахуй видел? Как выключить ебаный фонарик, блядь? Ёб твою мать! Давай, включи скример, гандон, блядь. Сука, блядская ты! Ааа, она сюда идёт! Я сяду в кабриолет, блядь! Ты где? А я сяду, кабриолет, ебалась. Ну и где? Чё, блядь? Да я не нашел еще. Чё, сука, нормально. Блядь? Не нашел. Давай нахуй! Скример нычит. Старого деда решил наебать. Так. Да иди нахуй, блядь, скример. Я ни на чего не ищу.
О, блядь. Привет. Ой, блядь! Сука. Ой. Выжидает, блядь, подходящий момент, чтобы скримак врубить. Ой, блядь. Ты что там, сука, делаешь? Ты там осторожно, кстати, с проводами. А то шлем может от, ну, вырубиться. Да, блядь! Это глаз? А, нет. Чего? Шо? Я ничего не делал. Оно здесь. Ёб твою мать. У тебя белых нет в глазах? Не, она просто тормозит. Куда идти-то, я не понимаю. Чё? Блять, нахуй, Пётр, блять, пришел! Или как его, Петя, блять, Стёпа, нахуй! Ёбаный рот, блять. Кто? Ну, Пётр, блять, имя такое. Петрович, Пётр. Петя, Стёпа, да хули ты там нажимаешь, дурак? Чё звука от USB нет, я уже два провода вытащил, пиздец. Я думал, Моргенштерн будет играть или что, как там было? Долбоёб! Я два провода вытащил и один от мышки, нихуя не сработало. А вот так вот, блядь. Не наебешь, не проживешь. БЛЯТЬ! Ты куда не сможешь пройти. БЛЯТЬ! Да ты заебал, чёрт! Куда мне? Эй, блядь! Хуль тебе надо, долбай? Блядь! Да сука, кто там на коляске хуярит? На фантоме, блядь, едет. Я. Ой, блядь! Беги! Беги, блядь! О, все, походу глаз. Давай сюда, блядь. О! Фу, бля, еще уж два глаза нашел. Сколько там еще один остался? А, все, это и есть один последний. Иди сюда. Опа, блядь, и че? Последний лабиринт. Чего, куда? Куда ты, блядь? Понял? Не хочешь в последнем лабиринте побегать? Не-не-не. А чё? Дай. А чё, блядь? Не играй. Ебать, это чё такое? Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте, блядь. Чё нахуй? Ещё один глаз. А. А что такое? Чё за хуйня? Бля, почему не могу это? Ой, как страшно, долбоёб, бля. Не помогло нихуя. Вообще хуйня полная. Мне кажется, даже чат не испугался, блядь. Блядь. Я-то не знаю, какие там звуки, я на рандом тыкаю. Я слышал, вижу 3 секунды, думаю, ебать, что страшно, страх. Обосрался, обосрался. Да, блядь, что делать-то? Она не работает, я не могу взять. Пиздец. Я, может, что-то не так сделал, я не знаю. Блин, не работает этот рычаг. Пиздец. Чат, подскажите, что делать? Что за хуйня? Охуели тут ему подсказывать, блядь, черти ебаные, блядь. Сидят нахуй, говорят, что он должен сделать. Ебать охуевшие, блядь. А я все вижу вообще-то. У, сука. Вы бы лучше подсказали мне, что с этой хуйней делать. Иначе я дальше не пройду, все. Нет прохода. Куда игра зависла? Я не... Ну и... Ты чё, дурак, блядь? Ты чё там порнуху смотришь? Пиздец, сидит под столом, порно смотрит. Скримаки, что ли, ищешь? Нет. У, блядь, глаз. Как, блядь, рычаг, скажи, открыть нам? Да всё, свались. Да, блядь! Пиздец! Вы видели чат? Это был... Ну, это прям... Ну, я не знаю даже, что сказать. Это было сложно. А, здрасте. Эй! Вы, блядь, вы, блядь. Так, и чё? Опять глаза. Раз, два, три глаза. А-а-а, страшно! Ты хуйня, ну напугайся чему-нибудь хоть в этой жизни, заебёшь ты. Я уже старый, блядь, человек, нахуй. Ебать, меня, блядь, воевал, заебёшь. Блядь. Я видел кишки, намотанные на гусеницы, блядь. Как чё ты меня тут с тонами женщины решил напугать, блядь? Это да, это твоя нелюбимая тема. Тоже мне, блядь. А где дверь-то, ёб твою мать? А, подожди, у меня же глаз есть. Я долбаю, долбаю, долбаю. Так. А что если я вот посерединочке? Козлы ебаные, блядь. Я вижу чат вообще-то. Что вы там пишете? Хули ты ржёшь, блядь? Смешно звучит. Кто? Кто, блядь? Чё, сука, попались, блядь? Шо палишь, блядь? А чё вы нахуй тут пытаетесь меня подгадить-то? Черти, блядь! Хули там рулишь? Он реально, блядь, под столом сидит и ищет, чем бы меня напугать. Да. Хорошо, блядь. Да все, не смотри, играй в игру. Я играю в игру. Просто я все вижу и слышу. Играю в игру.
охуел? Ну, блядь, ну играй в игру, ты заебал, дай напугать. А я не играю, блядь. Ты там нахуй банишь кого-то, что ли? Нет. Эй, долбоёбы, блядь! Клик-клик! Вообще не слышу, как ты на мышку нажимаешь. Долбоёб, блядь! Не помогло. Не, ну конечно, такие треки включать это страшно, блядь. Ну меня не просят, я включаю, я чисто на диджейской установке сегодня. Ты, блядь... Ай, блядь, нахуй, сукин дед! Закрой дверь, нахуй, закрой дверь! Ай-яй-яй, блядь! Ёбаный рот, блядь. Ой, нахуй. Слышишь, диджей, блядь? А. Ага. Чего? Сколько время уже? Час ночи, нахуй. Час, да. Что, кончать будем?